Кафе «Два дельфина» – сезонная точка общепита. С набережной вход закрыт сеткой, за ней мусор. Территория больше похожа на свалку. Еще одно нарушение – хозяин самовольно установил ограждение из бетонной плиты, отрезав проход к речке Анапке. Специалисты муниципального контроля сделали замечание предпринимателю. И по требованию городских властей хозяин кафе демонтировал ограждение. В результате погодных условий коммерческие ролеты пришли в негодное и ненадлежащее состояние. Были поломаны, были потрепаны. В результате этого данные ролеты были демонтированы. В управлении муниципального контроля проведена разъяснительная беседа с каждым собственником данного коммерческого объекта о ненадлежащем санитарном состоянии. Торговые ролеты на проходе к морю тоже установлены без разрешения. После предупреждения собственники сами демонтировали палатки. Под снос должна пойти столовая на другой стороне речки. Сезонная точка общепита также была установлена без документов. Всем собственникам коммерческих объектов необходимо заменить ролеты, торговые палатки и киоски на новые, единого образца. Управлением архитектуры и градостроительства сейчас разрабатывается единая форма коммерческих объектов, которые в настоящий момент должны радовать, привлекать гостей и жителей города-курорта Анапа. Тем, кто игнорирует правила благоустройства, придется расстаться с сезонным бизнесом. Специалисты управления муниципального контроля подготовят пакет документов в суд с исковым заявлением об изъятии и прекращении аренды земельного участка. Редактор